Приветики! Сегодня хочу выступить в роли капитана «Очевидность» и обсудить два вопроса. Это вытяг и усилия на тетиве. Казалось бы, что может быть проще, опытным лучникам это будет 100% неинтересно, а вот новичкам это дело пригодится. Итак, начнем. Что же у нас за такая сила усилия на тетиве? Собственно, это то самое усилие, которое мы прикладываем для того, чтобы оттянуть тетиву на необходимое расстояние. Эту самую силу меряют, ну, традиционно сейчас в основном в фунтах. Ну вот, да, имперские меры вот так вот въехали в нашу жизнь. Ну, разумеется, можно и в килограммах, но пишут на плечах в основном в фунтах. А теперь разберем несколько очень важных вещей. Усилие на тетиве зависит, разумеется, от того, насколько жесткие наши плечи. И очень важный момент, насколько мы тетиву оттягиваем. Казалось бы, это логично. Чем дальше мы тянем лук, тем он становится тяжелее, тем усилия мы прикладываем больше. Ну, остановлюсь поподробнее. В подавляющем большинстве случаев, особенно на европейских луках, усилие указывается в фунтах на 28 дюймах. То есть нам нужно на 28 дюймов оттянуть тетиву, чтобы получить значение, которое написано на плечах. Так делают не все. Например, корейские производители традиционных луков, вот в частности Кая, указывают значение усилия на тетиве при вытяге на 31 дюйм. То есть примерно 28 вот, а 31 вот. Почему? Там стреляют с кольцом, с большими вытягами. Вот такая ситуация. То есть купили вы, допустим, Кая КТБ. На нем написано 40 фунтов, но это не значит, что вы, если будете тянуть по-европейски, будете вытягивать все 18 килограмм. Там, скорее всего, будет килограммов 16, намного меньше. То же самое и с топодобными луками. Взяли какой-нибудь Олимпик, написано на нем, допустим, 34 фунта, а вы тянете на 30, то там будет уже не 34, а, допустим, 36-38. Конкретный пример. Есть у меня один замечательный традиционный лук. У него усилие на моем вытяге, когда я тяну по-европейски, всего-навсего 30 фунтов. Если тянуть уже на 30 дюймов, там 35 фунтов. А если на 32, то все 40. Вот такая вот простая арифметика. То есть, если вы лук тянете недалеко, допустим, не на 28 дюймов, а там на 27, на 26, там вы маленький человек, вытяг у вас небольшой, соответственно, усилие на тетиве будет меньше, чем указано на плечах. Но и это еще не все. На плечах пишут циферки, но они, особенно в разборных луках, еще могут зависеть от размера рукояти. Чем рукоять меньше, внимание, тем усилие на тетиве будет больше. Очень простой пример. Есть у меня один неплохой лук. Zonsing F179. У него замечательная 17-дюймовая мощная рукоять. И один раз я решил попробовать поставить туда плечи от лука F163. Эксперимент получился исключительно удачным. Получился новый, достаточно интересный агрегат. Но есть нюанс. Если на F163 плечи маркировались 55 фунтов, а это где-то 25 килограммов, то после установки в короткую ручку там получились все 65, это 27 килограмм. И лук стал намного-намного более мощным. Более того, на подобных луках производители сразу пишут, что при, ну, допустим, полной длине лука усилие на тетиве будет такое-то. На более длинной рукояти усилие будет поменьше, на рукояти покороче – побольше. Вот такая простая арифметика. А теперь еще один маленький момент про вытяг. Когда покупаете новый лук, очень часто спрашивают вас про вытяг. И часто заканчивается вопросом, а какой у тебя рост? Потому что так проще прикинуть. Но не все так просто. Вот, допустим, стрела. Эта стрела длиной 32 дюйма. Это длинная стрела. Для меня она очень длинная, практически для всех упражнений. Так вот, кажется, ну что, ну 32 дюйма, ну вот. На самом деле ситуация не такая. Бац! И вот это вот все лишнее. Когда вы прикладываетесь с луком,
вас немножечко сдавливает, вы не тянете никуда до бесконечности, на вас действуют определенные силы, и реальный ваш вытяг будет совершенно-совершенно другим. Поэтому просто взять стрелу или веревку и встать с ней, это, к сожалению, метод не самый удачный. Это во-первых. А во-вторых, очень сильно зависит от манеры стрельбы. Вот, допустим, я строю из себя спортсмена. А вдруг я стреляю из лука интуитивно и прикладываюсь к виску. Ну, есть такая историческая прикладка. А вдруг я стреляю с кольцом? То есть нужно учитывать еще и манеру стрельбы. Потому что вы, как пусковая установка, используя разную манеру стрельбы, будете иметь, соответственно, разный вытяг. И этот момент нужно учитывать. Когда вы будете заказывать лук, сообщите хотя бы свой рост и то, в какой манере вы собираетесь стрелять. Это очень сильно поможет при выборе лука. Вот такие вот элементарные, простейшие вещи вам в дальнейшем могут очень-очень сильно помочь. То есть, все просто. Чем дальше мы тянем тетиву, тем усилия у нас больше. Чем рукоять короче, тем одни и те же плечи дадут больше усилия. И, соответственно, замерять ваш вытяг нужно под нагрузкой. Есть один очень простой совет. В крайнем случае попробуйте сильно облокотиться об стенку, там, угол комнаты, еще куда-нибудь. Дайте нагрузку на руку. И уже таким образом замеряйте. Это поможет. Вот, собственно, и все. Очень простой совет. Кстати, видите, какой у меня красивый лук? В следующем выпуске я про него расскажу. До новых встреч. Пока.